А может просто встать с другой ноги и вместо кофе утром выпить соку. И повернуть свои привычные шаги в ту сторону, где будет больше проку. И в этот день проделать все не так. Повернуть от конца к началу числа и самый незначительный пустяк наполнить добрым и высоким смыслом. И сделать то, чего никто не ждет. И рассмеяться там, где столько плакал. И чувство безнадежности пройдет. И солнце встанет там, где дождик капал. Из круга, заведенного судьбой, возьми и выпрыгни на станции безвестной. Ты удивишься, мир совсем иной. И неожиданнее жизнь, и интереснее.